Всем привет. Ну что, куда мы идем, Вик? Никуда, на голову твою. Мы идем в магазин за сметанкой. 10 часов. Это с крыжовником собирали, да? Ага, еще часов не хватало. И я вся чешусь. Ну, крыжовник-то колется. Сейчас, видите, идем, в общем, в магазин, мусор вот взяли. У нас есть пельмени, а сметанки так мы вчера и не купили. На башке, я не знаю, что у меня на башке. Я с утра встала. Встала, пока девчонки спят, думаю, надо собрать вишни. Собирала. Набрала, ну, вот большое ведро из-под майонеза, такое, 5, там, 2, что ли, 3-литровое. Сейчас. И Аня ко мне присоединилась. В общем, мы собрали всю вишню. Ой, на башке-то. После кепки-то что у меня? Ну ладно, какая есть, обратно не сделаешь. Крыжовник весь собрали. Мы еще не весь. Один куст собрали. Сейчас Аня пока другой собирает. И еще один куст крыжовника. А я думаю, что пока сил-то есть, что надо в магазин сходить. Хлебушку купить надо. Минералочки. Хотя у нас здесь вода хорошая, но все равно минералочки-то хочется. Ну что, мы дома? Что мы купили? Это Вика тут, она банкует. Сегодня себе сок купила. У нее есть деньги. Минералочки мы купили. Молочка. Ну, банка сметаны, конечно, Аня, была большая. Но я купила, она пельмени-то не ест. Что ж теперь заберем? Молочка. Без молочка мы тоже ни туда и ни сюда. Но кофе все равно невкусный. Без молочка-то. Да, я, Викосик? Ну да, мы привыкли уже. Я раньше вообще не тоже кофе только. Да. Ну как его без молока? Хочется. Полиция! Да, все, сегодня мамка с бабушкой будут пить сметанки. 8 молоко, не помню молоко, на 700 с чем-то рублей. Вот сметанка, молоко, 2 рыбины. Ань, и самый главный. Два-три. Нулевочка, Баня. Ну, я, кстати, могу. Покажи нам посмотрите. Да, я буду. И ты будешь собирать. И потом еще он у нас. Посмотрите, покажи. Покажи, зри, мы Аня тут все крыжовник кусты обрезаем. Вот такой. О, давай. Как там? Ань, она сказала, из всех все, только пряники, потому что быть ребенок. Честный продавец. Я говорю, это печенье овсяное. Мне так, она говорит, только пряники. Поэтому. И вот. Танцуем! И еще у нас тазик крыжовника. Какой муж второй тазик собирает? Второй. Ну, нет, целый тазик собрали. 3-литровых там, по-моему, да, вот эти, сколько там литров-то? 5-литровые из-под майонеза. В общем, 15. 3, наверное. Баб, я танцую. И сейчас Аннушка 3. Весь крыжовничек соберет. 3, ага. Нет, и еще сейчас. Я их сейчас всех буду обстригать и подвязывать. Да, уже кружу. А. Баб, я танцую. Угу. Блин, вот от этого крыжовника чешусь. Значит, на нем. Нет, мы все вон чешемся. А я уже не чешу. Мам, вот. Вон там где-то был куст еще. Ну, тот вообще можно убрать. Куда он? Да. Сим может срубил. Ну и ладно. Нет, а куда? Смотри, сколько. Всех приглашаем, кто чего. Или там могут, допустим, мы не можем. Поэтому попозже покажу я вам, сколько ягод собрали. Нет, огурцов нет. Мамка все спрашивает, звонит и говорит, есть огурцы? Я говорю. Ну и ладно. Нашли пропажу. Ну вот посиди, что ты сейчас будешь это-то? Подождем помочиться. Что, посиди, на, разрывай. Ну сейчас я купил кофе. Я кусочку в душе взял. А Вика у нас пляшет. Ну, вот дождь пошел. С утра так хорошо, ну, был ветер, но прям было отлично.
Не знаю. Ой, крох. Все, собирались опять сегодня домой. Потом решили, да ну что дома-то делать? Никак не уедем. Ты для этого игрушку купил. Давай игрушку покажем. Вон, эту синюю-то. Нет. Нет? Не покажешь? Нет. Надо мне тоже такую было себе купить. Релаксирующую. Ой. Так что, в общем, еще попозже покажу, сколько собрали. Ну, конечно, у нас нет вишни уже. Очень старые деревья. Одну яблоню мы у вишни одну убрали сегодня. Вик, ну ты меня душишь. Поэтому еще показать. А. Она самая предпоследняя большая станция, по-моему, будет. Я не помню. Но чей там он увидит. Я ему описываю. Там на ней большое красное здание. Ну, там очень долго поезд стоит. И выйдет, там сразу все торгуют. Ой. Зять едет. Кормить тещу. Ура! Из командировки. Он тоже хочет колбасы это купить. А мы не помним, как ее называется. Надо было хоть фоткать название. Да господи, он там увидит, прям продают. Они там минут 40 стоят. Мы ночью. А у него другой. Ну так он же на этом же поезде пойдет, они не ночью. На другом поезде. Да, ну не знаю. Слушай, а мы как-то тоже, по-моему, один раз ночью проезжали. Один раз ехали, проезжали. Мы ночью его проезжали. Да. Это был Кировский. А обратно мы ехали. Я ехала на Воркутинск. На Воркутинском он там будет. Он будет. Я стояла тогда, привозила. А он-то ездит вообще на Ростов. Ну я тогда не знаю. Даже не помню, как эта станция называется. Попробуй. Фой, это виноград. Я вот тоже виноград-то не сильно люблю. Ну ладно, в общем, попозже еще покажу, что мы собрали. Викуся у меня тут танцует, поет. Я не танцую. Весело. Гуляй, Россия, и плачь, Европа, дань. А у меня самая красивая опа. Говори, дождь пошел. Да, пошел. А могла бы с бубном поплясать? Я могу плясать только в купальнике, Анют. А купальника нет. Вот. Неудачка. В общем, сейчас покажу, что мы собрали. Нету, и ты купишь? Куплю и роз купим, да? Да. Вот тут все вырубим. Меня! Кстати, мне туи и роз. Вот эти все вот грядки сделаем клумбу. Да. Да. Делаем роз сюда и туи. Угу. Сейчас покажем. А туи, кстати, есть разные. Да? У меня елочкообразная, а есть еще, которые надо стричь, чтобы они круглые. Но они не высокие. Мне надо... Он хотел еще траву скосить, а дождик он мелкий какой-то идет. Ну, сейчас покажем у нас урожай, я жарю курицу. Не получилось у нас эти выходные на мангале, потому что то дождик, да, вчера уже устали, приехали. Тазик крыжовника, вот он, вот такой высоты, вот такой ширины. Вот вот баночку крыжовника, кастрюлька крыжовник, Вик, сейчас. Дай хороший. Вот, вишенка. Ну, вишни у нас, вот мы тут даже плохая еще есть. Желтоватому дерево сломали, спилили, вернее. Вот еще. Она сломалась, она вот еще. Да. Она прям три.